Чиновники проигнорировали встречу с общественниками. На площадке общественной палаты прошел круглый стол, посвященный инициативе о запрете слабоалкогольных коктейлей. Однако скорее он превратился в брифинг для журналистов, поскольку никто из приглашенных чиновников не пришел. Общественники еще раз рассказали о вреде энерготоников и даже провели эксперимент. Говяжью печень поместили в напиток, чтобы посмотреть, что с ней произойдет. Правда, особых изменений замечено не было. Участники эксперимента решили, что для такого опыта больше подошла бы свиная печень, поскольку она ближе к человеческой. Общественники намерены добиться запрета на продажу слабоалкогольных коктейлей на территории Саратовской области. Сейчас законопроект находится на доработке. Мы все убрали практически из наших предложений, потому что там было, была композиция, сумма предложений по антиалкогольному законодательству региона. Оставили только запрет энерготоников, понимаете? Только еще там одну позицию по Дню студентов.